Рассказ Сергикова. Биоинженер Сергиков всегда стремился осмыслить те явления, которые с ним происходили. Но он, конечно, знал, что стремление к осмыслению, то есть философизации, это стремление должно не занимать большого времени по отношению к фактору ощущения. Ощущение – это вот восприятие реального состояния дел, которое, конечно же, не выражается словами. Это та атмосфера, которая обрисовывает, конечно же, без слов, без сильных, просто-напросто, которая обрисовывает ситуацию настоящего времени. Так какая же нынче складывается ситуация? Во-первых, начнем с погоды. Сейчас совершенно весенняя погода, но лишенная солнца. Весь день был дождь, температура 6 градусов, земля Шлезвиг-Хольштайн, Германия, север Германии. И вот в такой атмосфере я даже выхожу на балкон, чтобы проверить температуру. Ох, 7 градусов, друзья, повысилось на градус, потому что я же до этого продиктовал шестой рассказ. Бхагават Васинат Катават Гита, или даже наоборот, там слова Бхагават. А потом идет у нас Катават, а потом Васинат Гита. Ну, от этого название не проигрывает, не выигрывает. Просто Васинат должно быть, наверное, все-таки в конце, потому что это более конкретное понятие, название котика, моего кота Василия. Но мы можем и поспорить о месте кота, потому что здесь, можно сказать, а Васинат, он как-то напоминает буквой своей начальной Вишну, а Вишна, Вишну у нас находится центром в Тримурте богов. Брахма, Вишну, Шива. Поэтому, может быть, по этому принципу Васинату и хорошо было находиться на втором месте трех прилагательных, кратких прилагательных. Бхагават, Васинат, Катават, Гита. Да вот, Гита – это уже четвертое слово, которое уже есть в существительных, к которому прилагаются прилагательные. Так что, как всегда, я проблему неоднозначно показываю, но это шутливая проблема, потому что здесь Васинат как слишком конкретное образование. С одной стороны, все-таки это есть третье место среди этих трех кратких прилагательных, а с другой стороны, по звучанию и намеку на ту же букву, как и Вишну, Вышни, да, русским слухом мы слышим, что значит это. Он претендует на второе место в Тримурте богов. Видите, Васька и в Тримурте богов. И все мы тоже не отделены от богов. И все мы тоже входим в богов. Кто как себя позиционирует и осмысливает, тот к такому из этих трех фазных богов, последовательно сменяющих один другой, и тот к такому разряду богов и относится. Итак, сегодня день философствования, что я вам скажу по секрету, не очень-то и супер-супер-супер хорошо, если можно так сказать, супер хорошо, но мы пользуемся шутливой лексикой. И вот это вот не очень-то супер хорошо для философирования. Почему говорится? Да потому что философия – это есть
уже та пора, когда человек стремится к обобщению, имея возраст за плечами, и ему надо утешаться философией, потому что с живой жизнью он имеет меньше уже связей и имеет больше связей со своими достижениями духовными. И он, как курица с яйцом, носится вот с этими достижениями, желая все их передать юному молодому поколению. Так что всегда, всегда, что бы мы ни делали, нужно увлекаться, но не очень. Как говорят итальянцы, может быть, аллегро, это значит, вы затрепетали и побежали от радости, но это аллегро должно в какой-то пьесе быть манон тропо, то есть, но не очень. Тропо – это расширяет тропики, да, широта соответствующая, так что тропо. Манон тропо, но не очень. Вы понимаете, что и итальянский наш язык, русский, в своей основе русский был первым. Он был тогда древнерусским, а потом, к счастью, все корневые образования в языках сохранились. Но одни языки используют больший словарный запас и пользуются большим количеством старорусских слов, которые называют санскритскими, а другие языки пользуются другим набором из этого бесчисленного словаря, бесчисленного ведического словаря. Вот так устроен мир, который весь един, но некоторые люди, желающие поспорить, находят больше противоречий, чем единство в мире. Я настраиваю вас, дорогие друзья, вместе с моим котом Васькой искать единство и стараться видеть, слышать, чувствовать, понимать и оценивать это единство и наслаждаться тем единством, которая называется современный мир, современное человечество, современная природа. А природа есть то, что исходит от Бога центра, и то, что в материальных своих различных воплощениях показывает богатство бытия. Это богатство бытия чарует нас, потому что водный мир, наземный мир, небесный мир – это огромные-огромные сферы, множество прекрасных обитателей воды, земли и неба. Наслаждайтесь единством мира, ищите единство, а не разделение, и противоречия должны для вас поглощаться в общем первичном состоянии единства мира. Мир произошел от единого, от космического яйца, и это яйцо породило много различных производных яиц, где находились ДНК различных существ. И эти ДНК транслировались бестранспортным способом по всей Вселенной. Так происходила телепортация живого, и вовсе не требовалось придумывать, что живое и его молекулы ДНК, гены живого пребывали вместе с допустим, кометами. Да как же они пребывали вместе с кометами, где нет места в этом огненном сгорании кометы ничему живому? Нет. Может быть, и были исключения
такого способа, но этот способ не является основным. Так же, как на ракете можно путешествовать, но чтобы достичь другой системы галактик, нужно не ракета как носитель, а нужно владеть изменением пространства времени и мерностей, и входить в другую мерность, и через эту другую мерность достигать другого мира, который вы физически никогда бы не достигли, потому что он на физическом плане находится безмерно далеко. Вы поняли мою мысль? Надо искать естественные способы достижения отдаленных галактик и тех живых существ, которые, несомненно, там есть, но они не трагически далеко от нас, просто до них нужно добираться через нулевой переход, используя движение по мерностям, и наши существа способны телепортироваться, если мы грамотно это делаем, в другие части галактики. А ракета вам поможет, может быть, ну, для каких-то мелких локальных путешествий, там до Луны, там до какой-то планеты Солнечной системы, и то не до всех, не для всех планет ракета вас может доставить. Нет, ракета имеет свой ограниченный диапазон действия, и это, ну, как бы паллиативное средство. Главное средство – это средство перехода через мерности. Вот если человечество постигнет мерность и сущность, многомерную сущность материального мира, ведь материя, она не состоит только из атомов, там, из каких-то структур. Дальше материя – это 6 видов материи плюс физический план материи к этим 6 планам. И вот только так можно материю видеть сейчас живым восприятием, но знать, что мы видим только верхнюю часть айсберга, мы видим материальную форму материи, если можно так сказать, а все остальные формы, тонкоматериальные, они составляют общий каркас объекта, который мы исследуем, но отделить эти виды один от другого мы не сможем. Это настолько переплетается, что расплетение происходит только в теоретических конструкциях. Так думал биоинженер Сергиков. Его кот Васька мирно спал в тумбе письменного стола и вовсе не собирался оттуда вылазить, потому что на улице шел дождь, было сыро, было 23-е. 23-е – это что? Это год, 2023 год. А по числу было 13-е, счастливое, да, число-то, января 2000 того же вот самого 23-го года. Эти тройки согласовались хорошо, и поэтому день был особо гармоничный. Да, это пятница, это 13-е. Конечно, гонение на эти приметы было давно, но мы не будем сейчас вдаваться в область поверхностных религий, которые занимались устрашением человечества и внесением его в какие-то призрачные, несуществующие сферы. Это все путаница. Слушайте веды, слушайте того, кто создал веды, то есть Господа Бога. Да здравствует Бхагавад-гита! Да здравствует Бхагават Васинат, Гита,
Да здравствует божественная песня, которая своими нотами охватывает наше сердце. Держите в сердце Бога, и Бог вам всегда поможет, потому что ваш контакт с Ним нерушим. Конец рассказа. Седьмой рассказ Сергикова. Биоинженер Сергиков всегда стремился осмыслить те явления, которые с ним происходили. Но он, конечно, знал, что стремление к осмыслению, то есть философизации, это стремление должно не занимать большого времени по отношению к фактору ощущения. Ощущение – это вот восприятие реального состояния дел, которое, конечно же, не выражается словами. Это та атмосфера, которая обрисовывает, конечно же, без слов, без сильных, просто-напросто, которая обрисовывает ситуацию настоящего времени. Так какая же нынче складывается ситуация? Во-первых, начнем с погоды. Сейчас совершенно весенняя погода, но лишенная солнца. Весь день был дождь, температура 6 градусов, земля Шлезвиг-Хольштайн, Германия, север Германии. И вот в такой атмосфере я даже выхожу на балкон, чтобы проверить температуру. Ох, 7 градусов, друзья, повысилось на градус, потому что я же до этого продиктовал шестой рассказ. Бхагават Васинат Катават Гита, или даже наоборот, там слова Бхагават. А потом идет у нас Катават, а потом Васинат Гита. Ну, от этого название не проигрывает, не выигрывает. Просто Васинат должно быть, наверное, все-таки в конце, потому что это более конкретное понятие, название котика, моего кота Василия. Но мы можем и поспорить о месте кота, потому что здесь, можно сказать, а Васинат, он как-то напоминает буквой своей начальной Вишну, а Вишна, Вишну у нас находится центром в Тримурте богов. Брахма, Вишну, Шива. Поэтому, может быть, по этому принципу Васинату и хорошо было находиться на втором месте трех прилагательных, кратких прилагательных. Бхагават, Васинат, Катават, Гита. Да вот, Гита – это уже четвертое слово, которое уже есть в существительных, к которому прилагаются прилагательные. Так что, как всегда, я проблему неоднозначно показываю, но это шутливая проблема, потому что здесь Васинат как слишком конкретное образование. С одной стороны, все-таки это есть третье место среди этих трех кратких прилагательных, а с другой стороны, по звучанию и намеку на ту же букву, как и Вишну, Вышний, да, русским слухом мы слышим, что значит это. Он претендует на второе место в Тримурте богов. Видите, Васька и в Тримурте богов. И все мы тоже не отделены от богов. И все мы тоже входим в богов. Кто как себя позиционирует и осмысливает, тот к такому из этих трех фазных богов, последовательно сменяющих один другой, и тот к такому разряду богов и относится. Итак,
сегодня день философствования, что я вам скажу по секрету, не очень-то и супер-супер-супер хорошо, если можно так сказать, супер хорошо, но мы пользуемся шутливой лексикой. И вот это вот не очень-то супер хорошо для философирования. Почему говорится? Да потому что философия – это есть уже та пора, когда человек стремится к обобщению, имея возраст за плечами, и ему надо утешаться философией, потому что с живой жизнью он имеет меньше уже связей и имеет больше связей со своими достижениями духовными. И он, как курица с яйцом, носится вот с этими достижениями, желая все их передать юному молодому поколению. Так что всегда, всегда, что бы мы ни делали, нужно увлекаться, но не очень. Как говорят итальянцы, может быть, аллегро, это значит, вы затрепетали и побежали от радости, но это аллегро должно в какой-то пьесе быть манон тропо, то есть, но не очень. Тропа – это расширяет тропики, да, широта соответствующая, так что тропа. Манон тропа, но не очень. Вы понимаете, что итальянский наш язык, русский, в своей основе русский был первым. Он был тогда древнерусским, а потом, к счастью, все корневые образования в языках сохранились. Но одни языки используют больше словарный запас и пользуются большим количеством старорусских слов, которые называют санскритскими, а другие языки пользуются другим набором из этого бесчисленного словаря, бесчисленного ведического словаря. Вот так устроен мир.